Доброе утро, друзья! Мы с Рексой. Ой, Рекса что-то делает. Вышли гулять. Я в шортах, мне так холодно, вы бы знали. Я вся в мурашках. Идем, Рекса, идем. Алишер стережет Артёша, который уснул на первый дневной сон. Подожди, Рекса. Вот теперь можно. Иди, иди вперед. 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 Сегодня у нас воскресенье, и я думаю, сегодня будет домашний день, направленный на уют. И сегодня мы с Лешером будем обсуждать, сделаем ли мы перестановку, и если да, то какую. Комментарий я ваш читала, спасибо. Все учтем, мы будем сейчас думать. Процесс обустройства помещения, естественно, вообще не закончен. И, кстати, некоторые правильно подметили, естественно, мы не будем жить вечно в этой квартире и хотим, ой, как минимум в двушку переехать, поэтому мебель там будет стоять по-другому. Ну и, соответственно, когда мы покупаем мебель, мы думаем о том, что в будущем она у нас будет в другой квартире, и подбираем специально уже под, как сказать, с учетом того, что у нас будет две комнаты хотя бы. Вообще, конечно, хочется три. Ведь если будет несколько детей, было бы здорово, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Но это все так дорого. И да, я не показываю себя, потому что я наполовину накрашена, а лучше быть просто не накрашенной, чем наполовину накрашенной. Потому что... Стой! Стой! Стоять! 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 Трясется! Стой! Смотрите, как трясется. Это ей так страшно. Стой! Так, тут машин нету. Тут машин нету. Вперед! Вперед! А вот и я в кадре. У нас уже 12 часов. Эндешер умывается. Он сегодня поспал до 11, ему повезло. Я уложила ребенка еще раз спать, потому что первый раз он поспал 20 минут всего. И сейчас я займусь уборкой на кухне. И мы сейчас очень долго, Кузьма камеру пытается обузать, очень долго обсуждали, что куда передвинуть. И еще я собирала вещи. Мы будем отдавать кучу одежды. Эндешер. Я тоже, в общем, все, что мы не носим, у нас очень много хороших вещей, но вот мы их не носим. Настал тот этап в жизни, когда не мне отдают вещи, потому что у меня вещей мало, я за кем-то донашиваю, а наоборот, это такая карусель добра. Ну, поэтому я собираю пакеты, освобождаю место в шкафу, у меня, например, теперь свободнее платье висят, потому что я часть, там, штук 5, наверное, вещей. Все, буду отдавать. А, еще одну надо туда положить, забыл. Вот, и, в общем, хочу сегодня еще поразгребать дом. Ну, собственно говоря, ну, Тузя, этим и займусь, но сначала покормлю кота, потому что это просто невозможно. Вот он просто, видите, вымаливает еду. Купила я в Китае ножи точку и вручила Алишеру. Кстати, точек хорошо, вот мы точим ножи. Мы мотивируем ребенка ползать. Такой, папа, как же достать этот телефон говорящий? Ко-ко. Давай, ты сможешь доползти. Нет? Ты передумал ползти? Мы, пока ребенок спал, успели с Алишером разобрать, как это сказать, буфет, короче, на кухне, там порядок навести, и помыть холодильник. И только мы хотели навести порядок в шкафу, в коридоре как кто-то проснулся. Артёша, сейчас по расписанию у тебя электрофорез, а потом прогулка с папой, пока мама будет монтировать видео и обедать. Я уже скоро умру от голода, на самом деле. До телефона не смог доползти. Но отобрал у меня, когда я говорила с Мариной. Так, смотри, вот телефон. Вот телефон. Хочешь телефон? Смотри. Нет, ты посмотри, как вот он это делает. Только что же пальчиком достал.
сейчас поспит. Нет, ты посмотри, он ползет как раненый. Ты смотри, он дополз. Ты слишком далеко отодвинул. Давай, давай. Давай, ты сможешь. Ползи. Такой, ой, я себя увидел. Далеко, да? Папа-то ползает, только руки. Что там делают? Куда они там делись? Зачем нужны эти отростки, да? Ну, нафиг. Давай, телефончик тебя интересует. Ты забыл. Сейчас мы все будем есть. У Артёши будет кашка. Вода фильтруется, поэтому еще пока просто сухая смесь тут это. Мы будем есть вчерашний шпинат с макарошками. И еще мы добавили рис и... Как это вообще? Паэлья называлась, да? Морепродукты. Море... Ну, короче, у нас тут рис с морепродуктами. И да, у нас тут идет бокс. И не пишите мне, что за бардак. Мы находимся в процессе уборки этого. К вечеру, я надеюсь, уже не будет. Да, Артёша? Да? Артёш электрофорез сделали. Ну, Коля сидит довольный теперь. Я отправила своих мальчиков гулять. Сейчас без 15:04. В моих планах пропылесосить. И мне нужно сесть обязательно помонтировать. Еще раз грести почту. Вот просто кровь из носу надо это сделать. Потому что я... Поэтому я сейчас этим займусь. Потом, когда они вернутся, мы продолжим перемещать вещи по поверхности нашей квартиры. А вообще, вот я собираю пакеты. Вот то, что тут на сушилке, это мы все... благотворительность наша, и вот это вот этот пакет, вот тот, и вот за ним там еще пакет, вот этот, это тоже мы отдаем, и это еще далеко не все, реально, это только, наверное, половина того, что мы отдадим, ну, короче, тут мне еще разгребать и разгребать. Я все мучаю Алишера, повесь мне мою вышивку, повесь, так она у нас и не повешенная, красивая такая, мне очень нравится, я хочу, чтобы она висела, но... Алишер ссылается на то, что у нас дрели нету. Надо вообще купить дрель наконец-то. Ну что, Рекса, пылесосить будем? Я знаю, ты любишь пылесос. Сегодня очень пасмурно. Вообще, прогноз погоды говорит, что там типа дождик за окном, но дождя нету. Ну как, асфальт мокрый, вон, смотрите. Такой немножко темный, но при этом там практически никаких осадков нет, поэтому... Всех отправила гулять. Сама не пошла. На самом деле не потому, что я такая ленивая, а потому что у меня, во-первых, есть дела. А во-вторых, потому что моя нога продолжает болеть. А завтра я пойду гулять. И, в общем, я использую любую возможность, чтобы не шевелиться. Я, кстати, все-таки вот пришла к окончательному выводу, что я себе просто сорвала вот здесь вот мышцы, вот здесь, потому что каждый раз, когда я вечером укладываю ребенка, он засыпает на нашей кровати, я его всегда перекладываю в его кровать. И каждый раз, когда я его беру на руки, это безумно больно. То есть именно это движение, когда я на кровати, я как бы вот стою на левом колене и правой ногой я тянусь туда вниз, чтобы слезть с кровати, ой, как это больно. То есть, видимо, я вот так вот дернула, он просто все тяжелее и тяжелее. Хотя, да, он легкий по сравнению с другими детьми, но все равно. И вот так вот. Надо мне как-то другим боком научиться это делать, а мне вообще не с руки. Поэтому я не знаю, что с этим делать. Но, короче, я не знаю. Ну, буду терпеть. Завтра по лесенке собираюсь ходить. Не расскажу сейчас пока, куда завтра собираюсь. Но завтра будет круто. Завтра целый день прогулок, я надеюсь. Я надеюсь. И погода вроде завтра должна быть хорошая. Ну, в общем, вот так у нас сегодня выглядят прогулки. Потому что там начался ливень. И пришлось возвращаться домой через 40 минут. Ну что, завтра погуляем. Артёша решила отжать цепочку у папы своего. Тебе нравится? Папа, отдай. Отдай, папа, цепочку. В рот надо ее засунуть, никак не получается. Очень сосредоточенный. Кукусик. Рекса, дай лапу. Дай лапу. Кукусик, дай лапу. Ну, дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Спасибо большое. Отдай мне ее навсегда. Бум. Бум.
Где твоя хрю-хрю? Я хочу твою хрю-хрю. Веревка. Это кто-то из подписчиков когда-то присылал. Мы просто за диваном нашли очень много Рексиных игрушек, и она теперь радуется. Дай. Ой! Дай. Зайка, что это у тебя? А я знаю, что это. А вы знаете, что это? Это мой браслет. Мы занимаемся с Артёшей тем, что, ну, он пришел с прогулки, поспал. Я за это время почти смонтировала видео на зазеркалье, которое мне надо было сделать. Сейчас я его загружу. Надо переключиться между аккаунтами. Вот, а вообще я тут сижу и разбираю свой комод, свое богатство перебираю и делю на кучки, что я оставлю, а что я отдам. У меня, видите, есть такой вот... Я что-то мало украшений сейчас ношу, на самом деле из-за Артёши, потому что мне хватает все, да и как-то мне лениво, я всегда была ленивая в этом плане. Вот у меня есть такой вот воротник из бисера. Помните, раньше было очень модно, я не знаю, сейчас это модно или нет, я что-то уже не вижу почти ни на ком, но он такой очень-очень здоровский, и было бы жалко там его выкидывать или отдавать. Такая брошка у меня есть. Это мои старые браслеты, декупаж, рука не поднимается их выкидывать. Ну, фокус, где ты? Одной рукой держу камеру, другой рукой браслеты, поэтому не сфокусировать. Вот такие вот. Маникюр, кстати, я сделала. Опять тот же цвет, просто обновила, заново накрасила. Там есть такие резиновые браслетки, тоже раньше любила. Вот такой вот а-ля жемчужный. Это бусы от моей бабушки. Это дерево настоящее. Часы. Такая вот заколка. Редко надеваю, потому что неудобная, но красивая. Часики. Шляпа из Хогвартса. И у меня галстук еще такой есть. Вы тоже носят сейчас такой или не носят? Пишите мне в комменты. То есть такой галстук на цепочке. Я его раньше часто носила. Вообще смотрится он классно. Бублик для того, чтобы прически делать. Уже растрепался. На самом деле новый мне надо. Ну и все, особо тут больше у меня ничего нету. Что ты лупишь меня браслетом? Ты уже захапал мои... Слушайте, у него появился вот этот вот рефлекс. Ну не рефлекс, а интерес ко всему, что вокруг. Он раньше только игрушки хватал, а теперь вот он тянется ко всему-всему. Глаз да глаз за тобой нужен. Глаз да глаз. Сейчас будем разбирать дальше. А, наверняка уже увидели и спросите, что это. Это вкладки в лифчик типа пушап. Когда-то очень давно я их выиграла в каком-то конкурсе, так они у меня и валяются. Но пару раз я ими воспользовалась, но, если честно, это неудобно, потому что лучше обычный лифчик пушап. Эти штуки имеют свойство выпадать из бюстгальтера. Самый неподходящий момент. Вот, а на вопрос, где сейчас Алишер, я могу ответить, что он там спит в кровати сладко-сладко. Кстати, специально для тех, кто верит в приметы. Вот эти часы, это Алишер мне подарил на первый день рождения. Ну, когда мы были вместе. Вот, а часы, как известно, к расставанию. А еще, когда мы у нас было первое свидание, он мне купил розы. И вместо 7 штук нам случайно продали 8. 8 цветов только на похороны. Ну, вы поняли, да? И ты тоже радуешься? Смотри, какие часики. Часики. Но я тебе их не дам облизывать, они грязные, поэтому только любоваться можно. Это вот вы видели содержание моего верхнего ящика трюмо, а это средний ящик. Тут у меня косметика в таких контейнерах. Это та, которую я использую каждый день. Это половину тут надо выкинуть, это которую не на каждый день. Это сережки, это все для волос. И тут всякие резинки, а здесь маски для волос и всякая такая косметика, новая тушь там и так далее. Акция по сбору благотворительности окончена. Это все мы отдаем. Ну, за исключением картины и морковки Рексиной. Так что, вау, и это еще не все. Кое-что из шкафа в коридоре надо будет выкинуть. Но из нашего шкафа в комнате это все. У нас 10 вечера. Алишер собирается идти гулять с собакой. Потому что он настоящий мужчина и спасет меня от проливного дождя. Я не хочу туда. Вот, я уложила ребенка. Мы без сил. Ты без сил? Угу, и я тоже. Но
Я еще хочу, но это не сегодня, поковыряться в шкафу в коридоре, кое-что там разобрать. И я хочу переделать компьютерный стол. Вот до этого руки сегодня уже вообще не дошли. Сейчас буду кормить Кузю, монтировать влог и поработать, надеюсь, сейчас 10 часов 8 минут. Значит, у меня примерно 52 минуты на все про все. Тебе очень идет этот влог. Это какая? А, тогда она точно. Не покупайте футболки Demix. И носки, да? В Спортмастере продаются. Синтетика голимая. В Ашане футболки качественнее намного. I'm seriously. Веселый так. Ладно, Алишер открывает дверь в комнату, где спит ребенок, поэтому пока-пока. Thank you.